Останнім часом новини з Євросоюзу дивують. Чергова сенсація – Брюссель може оштрафувати Іспанію та Португалію. Ці країни не справляються з вимогою пакту стабільності щодо дефіциту державного бюджету до 3% ВВП. Торік показник Португалії становив понад 4%, Іспанії – більше 5%. Сума, яку можуть стягнути з держав-порушників, становитиме 0,2% ВВП. Понад те, Європа продовжує оговтуватися від Брекзиту. Непроста ситуація із італійськими банками. Про все це і про те, наскільки чекають Україну в Європі, ми поговоримо із Сергієм Буханцем, економічним експертом. Я вас вітаю в нашій студії. Для початку, що таке пакт стабільності, як саме цей документ підтримує економічну стабільність Європи? На самом деле он называется «Пакт стабильности и развития». Он был принят в 1997 году и основывался на договорах, еще заключенных между странами Европейского Союза в 1993 году, который предполагал поддержку стабильности экономической и финансовой системы объединения. И включал в себя основные показатели, которые должны были соблюдаться всеми странами, входящими в Европейский Союз. Некоторые из них, как объем долга государственного, не должен превышать 60% от размера ВВП. Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% от ВВП. И рост экономический, это при условии, что экономический рост будет составлять порядка 5% в год к ВВП. Но с 2008 года, вот в течение 10 лет он соблюдался более или менее странами, и благодаря этому евро очень укрепилась, она стала конкурировать с долларом, она стала резервной валютой для некоторых национальных банков. И в 2008 году случился мировой экономический кризис. С тех пор этот пакт соблюдается странами Европы очень плохо. В частности, если мы говорим про Италию и Португалию, то последние 5 лет они его не соблюдали, а последние 2 года они игнорировали, в принципе, даже предупреждения со стороны ЕС, в связи с чем и было принято такое строгое решение, которое повлечет за собой оштрафование. Как правило, каких-то процедур внутри этого пакта конкретных не содержится, но предполагается, что страна сначала размещает на беспроцентном депозите определенную сумму денег, определяется какая, это определяет уже Еврокомиссия, но звучит цифра 0,2%, для Испании это будет порядка 3 миллиардов, 2-3 миллиарда долларов, у Португалии это будет около полумиллиарда долларов, и вот в течение определенного срока эта сумма замораживается, и если страна не исправляет свои финансовые показатели, то она взыскивается в качестве штрафа и переходит уже в стабилизационный фонд Евросоюза. Звучит більш-менш справедливо. Наскільки Україна відповідає економічним стандартам Євросоюзу? Скільки часу знадобиться, аби стати на одну планку за економічними показниками з країнами Європи? Що треба робити? Очевидно, что мы не отвечаем этим стандартам. Так. И декларированные показатели экономики в начале года нашим правительством, в бюджете они заложены, это порядка 3,7 дефицит бюджета, экономический рост на уровне 2% ВВП, и на сегодняшний день госдолг у нас составляет более 90% к размеру ВВП. У нас самый большой мотивирующий товарищ в этом вопросе, это МВФ, он добивается того, чтобы Украина к 2020 году снизила свою задолженность государственную, уменьшила свой государственный долг до уровня менее чем 71%. Поэтому у нас еще все впереди, и до европейских экономических показателей нам далеко. Более того, если, например, у Испании экономический рост фактически на сегодняшний день есть около 3%, и перспективы выхода из этой проблемы у нее наблюдаются, то у Украины пока об этом говорить сложно. Мы очень сильно зависимы все-таки еще от внешних заимствований. Мы ничего не сделали существенного для того, чтобы экономика могла вырваться из зависимости долговой. Пока что мы берем долг ради того, чтобы продолжать жить, но не ради того, чтобы развиваться. А чему в Европе самых в таких країнах, як Іспанія та Португалія, виникли проблеми з дефіцитом бюджету? Исторически север був більш прагматичний, юг більш, м'яко так сказати,
свободный в растратах. И поэтому, когда еще объединялся Европейский Союз, для Германии, например, это была большая жертва отказаться от стабильной марки и спонсировать нестабильное евро. То есть фактически север датирует юг. И всю историю Евросоюза север домогается того, чтобы на севере вот это лентяйство, вот эта расслабленность южан, что север домогается, чтобы южане, они стали более дисциплинированные, чтобы они снизили свои затраты, чтобы социальные их гарантии уменьшились. Ну, мы все знаем, что сиесту любят южане, и у них рабочий день гораздо меньше, чем у других европейских стран. Поэтому это, конечно же, сказывается и на экономической активности самой страны. У них потребление больше, чем они зарабатывают. В этой связи они нуждаются в большей поддержке. В Европе навіть виокремили країни Іспанія, Португалія, Італія та Греція як країни, які загрожують економічній стабільності регіону. І навіть придумали не дуже благозвучну абревіатуру PIGS для цих країн. Ось ми майже про всі країни поговорили. Греція, виходить, ну, вона також живе за тими ж стандартами південних країн. Конечно, они на том же море живут, поэтому Греция уже давно ее штормит, и давно существуют проблемы в этой стране, причем они наиболее озвучиваемые в последнее время в Греции в связи со сменой политической обстановки. Социальные волнения вроде бы поутихли, и ожидалось, что правительство станет на сторону греков, будет отстаивать с Европой определенные позиции, но не смогли. И опять возникают сейчас напряжения в социальной сфере и в обществе. Здесь нужно действительно перестроить уже свою культуру, и здесь нужно подойти уже прагматично к ситуации. Ну, по сути, в Греции аналог коммунизма. То есть очень много социальных выплат, очень много государственных гарантий, содержание государственного аппарата в большой степени отягощает бюджет. И, конечно же, это невозможно сократить сразу, за один день. Для людей это стресс, поэтому и возникают социальные волнения. И, конечно же, Греция – это один из факторов, который тянет экономику Европы вниз. В Европе зараз зріє проблема дуже серйозна, наскільки пишуть міжнародні оглядачі, міжнародні ЗМІ, в Італії. Там італійські банки накопичили проблемних кредитів на 360 мільярдів євро. І окрім того, державний борг Італії досяг рекорду 133% ВВП. Наскільки ці проблеми серйозні і чим вони загрожують Європі? Ви знаєте, это действительно серьезные проблемы, и долг Италии по отношению к ВВП, он соизмерим с испанским долгом и с германским. Но если в Германии в экономике немножко другая ситуация, то при наличии нестабильной банковской системы их ожидает то, что ожидает, что пережила наша страна. То есть произойдет очистка банковской системы, произойдет потеря вкладов, произойдет банкротство многих бизнесов, и, конечно же, уменьшится количество банков. Но Европейский Союз, так как у них система единая, она централизованно управляется, мне кажется, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать банковскую систему для того, чтобы не случилось цепной реакции, что в принципе и привело в 2008 году к разбалансированию экономик стран и невозможности соблюдения норм этого пакта, потому что за счет налогов граждан государства дотировали и поддерживали финансовые системы своих стран, и поэтому они не в состоянии теперь нормально функционировать для того, чтобы соблюдать те правила и принципы, которые закладывались 20 лет назад. Як ви думаєте, наскільки доречно зараз в Брюсселі висувати претензії щодо економічних показників до країн-членів? Адже ну, ми бачимо ситуацію з Брекзитом, євроскепсис зараз також панує по всій Європі, посилюються радикальні політичні сили, не вщухають народні протести проти більш жорстких реформ. Як ви думаєте, чи може Брюссель стати більш лояльним найближчим часом щодо до економічних вимог до країн-членів? Знаєте,
Принцип любых законов – это наличие санкций. То есть если предполагается определенная ответственность, договоренность какая-то, то должна быть и санкция. И тогда эти договоренности будут соблюдаться. Если сейчас сразу Брюссель скажет, ну не получилось, ну тогда всем это будет повод так себя вести. И такое давление переживали в разные времена все страны Евросоюза, большинство, по крайней мере, и Франция, и Германия, и Венгрия. То есть ну, многие страны уже находились в ситуации нарушителей, с ними по-разному решали этот вопрос. В первую очередь создается давление на правительство страны, чтобы оно не расслаблялось и искало повод и способ выйти из этой проблемы. Кстати, и теперешние решения о санкциях еще дают право 10 дней оспорить эти санкции правительством страны, предложить какой-то способ выхода, и в принципе штраф может быть признан, размер штрафа может быть установлен как ноль. Это в праве Еврокомиссии. Поэтому если они увидят, что действительно человек или правительство предприняло какие-то меры, то можно попустить эти вожжи. На самом деле это просто стимул для того, чтобы не распускать систему, не разлагать ее, которая в действительности сейчас очень сильно подвергается различным давлениям и штормам. Ну що ж, будемо слідкувати, що буде далі. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую. Про проблеми Європи та перспективи України на шляху євроінтеграції ми говорили з Сергієм Буханцем, економічним експертом. На цьому ставимо крапку. До зустрічі.